приготовим с вами пасту с соусом из печеных овощей. Для этого нам понадобится болгарский перец, помидоры, макароны, чеснок, пармезан, сливки, специи. Нарезаем болгарский перец и выкладываем его в форму. Чеснок тоже целиком кладем в форму. Туда же отправляем черри и все солим. Запекаем 30 минут на 180 градусах. Макароны отвариваем. Запеченные овощи пробиваем блендером. Добавляем к соусу сливки, специи и пармезан. Выкладываем в соус макароны и томим 5-7 минут. Наслаждаемся!